Перед нами гравець команди Запоріжжя Роман Морозов. Роман, будь ласка, ваші коментарі після матчу. Хочу поздравить команду Києва з победой. Они сегодня отлично выглядели, с должной энергией. Мы же были слишком мягкие в защите, в нападении. У нас практически ничего не получалось, что мы задумали. Я думаю, мы сделаем выводы из этой игры и в следующей игре покажем себя с хорошей стороны, как мы умеем. Дякую. Спасибо. Перед нами головний тренер команди Запоріжжя Валерій Плеханов. Будь ласка, ваші враження після сьогоднішнього матча. Поздравляю з абсолютно заслуженою уверенной победой Київбаскет. Скажу так, одна команда вийшла поіграти, вторая вийшла виігрувати. К сожалению, всі 10 игроков моєї команди, які сьогодні виходили, в игру так і не попали, к сожалению. Мы говорили заранее о том, что будет максимальная степень контакта, то есть жесткость будет максимальная. К сожалению, Киевбаскет к этому манере судейства готовы лучше. Мы были не готовы. Но это абсолютно никак не умаляет заслугу Киевбаскета, который играл действительно сегодня шикарно. Просто у них все получалось и в защите, и в нападении. Что говорить? Рейтинг эффективности 103 против 36. Дальше можно, в принципе, с цифры не смотреть. По всем показателям мы проиграли. И здесь, я же говорю, две причины. Во-первых, очень хорошая, грамотная, стабильная игра Киевбаскета, агрессивная. И очень беззубая наша. Давно мы не проигрывали, такое необычное ощущение. Но никакой трагедии. То есть, еще раз скажу, даже если бы мы играли сегодня на максимуме, не факт, что мы выиграли. Сегодня очень хороший матч выдал Киев. Будем разбирать ошибки. Скажу так, сегодня не сыграл никто. Будем надеяться, что проанализируем кое-что, подкорректируем, кое-что изменим. И, но не будем мальчиками для битья, что ли. Я же говорю, мало то, что давно не проигрывали, а так не проигрывали совсем давно. Есть ради чего играть. Зашел в раздевалку, говорю, мужики, один вопрос. Вы готовы играть дальше? Или мы закончили сезон, мы и так добились чего хотите? Все встали и сказали, будем играть. Ну, вот моя надежда на это. То, что мы соберемся и уже послезавтра покажем совсем другой уровень баскетбола. А Київбаскет з победою. Дякую. Спасибо. Нам ігрок команди Київбаскета Брюс Мессі. Congrats about the win. Just some comments about the game, please. Then we came out with a lot of aggression, played physical, played together as a team, and we came out with a good victory today. We got out in transition, played, was able to run and get some easy baskets, start the game, and I think it helped us in the long run. Ми сьогодні грали агресивно і викладувались максимально фізично. Оставались командою, і в итоге ми вийшли з победою. Це те, що нам сьогодні допомогло. Thank you. Thank you. Головний тренер Київбаскета Айнерс Багаскіс. Тренер, поздравляємо вас з победою. Пожалуйста, ваш коментар після матча. Коментарий. По-моєму, ми були дуже настроєні, в прямому сенсі агресивними. Можна сказати, що перші 15 хвилин, мабуть, можна сказати, нам все вийшло. Повірте, це, може бути, з сторони виглядало, що нам це вийшло, або відбувалося легко, але Запорожжя дуже качественный баскетбол играет все время, такой агрессивный баскетбол, но мы первые 15 минут играли в прямом смысле лучше. И, может быть, это где-то частично решило исход игры. Потом Запорожье, как видели, потом в втором тайме включили такую более агрессивную защиту. Мы где-то успокоились, где-то, может быть, уже думали, как поскорее, чем закончить игру. И несколько так дали им почувствовать. Да. В любом случае, так то, что результат такой, это не показывает такую разницу большую. Нету такой большой разницы. Прожа весь сезон показывала, что с ними шутить ни в коем случае нельзя.
И очень важно, чтобы и через день, вот послезавтра, мы остались та же самая команда, те же самые игроки, та же самая агрессивность, та же самая энергия. Будет другой день, тот самый соперник, но главное, чтобы мы оставались теми самыми, чтобы мы забыли, что здесь плей-офф, это разница очков ничего не дает. Да, и этой победы, это качество, ну, могу сказать, 20, тотально где-то 25 минут качественного баскетбола, ноль цены, если мы не будем так же заряжены выходить через день. Чей питання до тренера? Так, Майк Кефі почав матч з 8 промахів подряд. Богдан Близнюк зробив отлічну роботу в защиті в початку зустрічі проти MVP сезону. Ожидали, що вийде настільки просто зламати гру лідеру Запорожжя? Он все равно будет бросать, если игрок получает неограниченное игровое время, неограниченное количество бросков, это само собой ясно, что он будет бросать по кольцу. Мы его пропустили, забыли о нем два раза. Эти оба раза он и забил. То, что он, конечно, забьет, это не зря же. Это игрок MVP регулярного сезона, это опытный игрок, который играет по ситуации, как ты ему дашь свободу, сразу будет бросок. Наша задача была максимально, конечно, Богдан сделал колоссальный объем работы против него. Там еще частично там и Крутоус, и Янг его опекали, но... Самое главное, этих всех бросков, которые он совершает, скажем так, ограничить, contested, только сопротивлением, чтобы бросали эти броски. Но попадет, ради бога. И очень важно было заставить его двигаться в защите, чтобы он работал в защите, чтобы он не получал отдыха в защите. У нас после матча с Чакарским Мобом сказали, что есть вариант с американским рыбом, но все возвращение. Есть что-то? Он на следующую игру будет. Там більше немає? Дякую. Спасибо.